ガキめ、聞いてるか？今のは。
С лабораторией покончено. То, что доктор прописал. Само собой, блестяшки не исчезнут. Тут у меня иллюзий нет. Но мы больно ударили по тварям, которые их делают. Кстати, Арати просила тебя поблагодарить. Говорит, мы ей очень помогли. Как-то так. До связи.
Ничего, ничего. Я в порядке. Привет, я Джиллиан Джордан, и это мировые новости на 54-м канале. Западные корпоративные штаты сообщили о новой визовой программе. Теперь всем потенциальным мигрантам нужно будет найти спонсора из списка аффилированных компаний. После 20 лет работы в западных корпоративных штатах держатель визы может получить вид на жительство, брачную лицензию и разрешение на одного ребенка. Ситуация с гуманитарной катастрофой в Северной Европе ухудшается. Беженцы из затопленных регионов Бельгии и Нидерландов продолжают заполонять территорию Скандинавии. Знаешь, я тут все проанализировала. Они все носят вещи. Этот город дрожит от желания. Уотсонская шлюха. Новые серии каждую среду. Не мути воду. Разжигай огонь. Нет дыма. Привет, Найт-Сити! Как жизнь? Меня зовут Джош Коворкин, и, как всегда, ваше дело... Гнев! Ярость! Мистер Берчик. Слухи о некой прорывной технологии.
работы. Thank you.
Thank you.
70% настоящего мяса с кровью. Я подумал.
Есть. Thank you.
ты чего? Кто-то понравился? Нет, здесь просто моя знакомая работала. Да ну. И с каких пор у тебя такие знакомые? Забей, это давно было. Так что с ней стало? Умерла? Нет, сменила работу и уехала. Потом вернулась. А, вот как. Знакомая, значит. Хочешь, зайдем? Поболтай. Мы сейчас закрыты. Котик, ты что-то потерял? Не хочешь топовый брейн? Что тут есть? Что у нас есть? Девочки и мальчики твоей мечты. Актеры высшей синаптической лиги. Никаких подтасканных чуваков из порновирта и разгвозданных кукол. Авторский материал. Экстаз в чистом виде. Эмоции такие, что у тебя еще неделю сердце колотиться будет. Затем сюда и приходят. Продавать-то вы умеете. Это не реклама, а предупреждение. Мы-то готовы подстроиться под каждого. Просто не все выдерживают. Не хочешь попробовать? Индивидуальный подход – это круто. Я бы попробовал. Окей, только сначала пройдемся по правилам. Значит, за несанкционированную запись положено наказание. Наркотики принимать запрещено. Все просто. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь брейн-данс и идешь в кабинку. Я что, из детсада, по-твоему? Полный лох? Окей, дверь открыта. Развлекайся, малыш. Добро пожаловать. Ты смотри, какое миленькое личико. Пожалуйста.
Привет. Будешь что-нибудь? Спасибо. Я пойду. И чем такая гадкая девочка может помочь такому хорошему мальчику? Любишь ванильку? Или что-нибудь погорячее? Привет. Будешь что-нибудь? Я ищу Эвелин Паркер. Ты не знаешь, она здесь? А кто спрашивает? Меня зовут Ви. Она назначила встречу. Приятно познакомиться, Ви. Я Матео. Ага. Так что с Эвелин? Клуб большой. Поищи ее, может, найдешь. Все в порядке, Матео. Я его ждала. Эвелин Паркер. Я сразу поняла, что это ты. А чё сразу не подошла? Хотела немного на тебя посмотреть. И как? Понравилось? Когда не нравится, я даю знать. Не сомневайся. Пойдем. Тут слишком много любопытных ушей. Мы будем в лаунже, Матео. Если что, нас ни для кого нет. Тут я и Кэндис. Будет море ощущений. Тебе понравится. Хорошего дня, милый. Декс много о тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно работаешь и никогда не подводишь. Надеюсь, он не преувеличивал? Я жду тебя. Я не знаю, любит Декс преувеличивать или наоборот. Преуменьшать. Я с ним недавно работаю. Я слышала, есть два типа фиксеров. У одних постоянные команды на долгих контрактах и коротком поводке. Им важны верность и предсказуемость. А вот Декс, он как раз относится к другому типу. Ну, не томи. Рекрутеры. У них другие приоритеты. Они верят не в людей, а в свою интуицию. Им важен потенциал. Если они вдруг ошибаются, это становится их последней ошибкой. Поэтому я надеюсь, что у Декса с интуицией все нормально. Давай лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Биочип. Ключевая деталь программы. Сохрани свою душу. Мы переходим дорогу Арасаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да, они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Кампеки Плаза. Знаешь, где это? Был там? В корпоратском отеле-то? Нет, конечно. Откуда у меня такие деньги? Интерьер там топовый. Скоро сам увидишь. Так, где именно хранят чип? В люксе на последнем этаже. Там живет Юринобу Арасака. Юринобу Арасака?
В Найт-Сити? Ты не читаешь газет? Это на всех первых полосах. Только ленивый не написал, что Йори приехал в Найт-Сити. Он последний сын Сабура Арасаки и главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. И что? Арасака-младший приехал в Найт-Сити, чтобы захватить власть? Мало кто в Найт-Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Арасака. А ты как раз знаешь. То есть мы крадем даже не у корпорации, а у самого Юринобу Арасаки? Юринобу марионетка. Все его влияние пошло коту под хвост, когда он поссорился с отцом. Сабура уже много лет крепко держит его за яйца. И вполне может их оторвать, как только поймет, что сын опять принялся за свое. У каждого из таких шишек своя армия по вызову. К отелю, наверное, вообще не подступиться. Фишка в том, что у Юринобу нет никакой охраны. Совсем. Причем уже давно. Ха, это почему? Знаешь поговорку про разведку Арасаки? Когда ты чихаешь в Найт-Сити, в Токио опадает цветок сакуры. Юринобу уверен, что охранники постоянно доносили на него отцу. Ну ладно, если у тебя в рукаве есть какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Юринобу сам вынес чип из лаборатории Арасаки и договорился продать его сетевому дозору. Уже понял, что у меня за туз? Или надо разжевать? Погоди, дозор вроде держит нейтралитет. Дозор занимается безопасностью корпораций, и корпы за это платят бешеные миллионы. Однако, это не отменяет того, что в наше время святых нет. Все хотят урвать побольше. Чтобы выиграть, надо идти ва-банк. И какие у них с Юринобу условия сделки? Неважно. Сосредоточься на биочипе. Что могут предложить бравые солдаты киберпространства? Тайны его врагов? Это тебя вообще не должно волновать. Твоя задача – устроить так, чтобы сделка не состоялась. Значит, чип лежит без охраны, потому что Юринобу вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере, где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Окей, где он? Скоро сам увидишь, если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Арасака. Что еще ты знаешь про Юринобу? Довольно много. Он изучал биотехнологии и финансы в Токио. Скорее всего, не по своей воле. Сабура готовил его себе в преемники. Потом сыночек вдруг стал самостоятельным и на несколько лет ушел из корпорации. В итоге блудный сын вернулся в семью, но осадок остался. Но это с одной стороны. Есть и другая. Это умный парень, у которого свой собственный взгляд на мир и свои планы на Арасаку. Этот трюк с биочипом может стоить ему всего. Да, просто он поверил в то, во что все тут верят. Что можно попытаться и получить контроль над чем угодно. И еще один вопрос. Что за данные на этом чипе? Это не важно. Вообще. Мы говорим о данных, которые Юринобу спер у Арасаки и хочет передать дозору. Это не может быть не важно. Послушай, Ви, чип нужен мне. Тебе нужны деньги. Давай исходить из этого. Ты выполняешь задание, я перевожу на твой счет кучу денег. Окей, что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию по брейн-дансу из Кампеки Плаза. Зачем мне брейн-данс? Тут нужны факты, а не ощущения.
Думаешь, по Брейну можно только дрочить в кабинках на цифровые сиськи? Вовсе нет. Брейнданс позволяет анализировать детали. Нюансы, недоступные зрению, даже прокачанному. Тебе это пригодится. Ну да, я сказал. А что на этой записи? Апартаменты Юринобу. Изнутри, в подробностях. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Стой, это ты записала материал? Ага. Через видеоимплант. А что такое? Да так, ничего. Покажи мне брейн-данс. Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Ви, один важный момент. Джуди мне помогала не раз и не два. Я ей доверяю. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому я очень надеюсь, что ты будешь хорошим мальчиком, который держит язык за зубами. Расслабься. Я не идиот. Я понимаю, с кем и как надо себя вести. Эй, мы не договорили. Привет. Это Ви. Он за материалом. Ви, это Джуди, лучший монтажер брейн-данса, которого я знаю. О, не начинай. Меня сейчас стошнит. Усилители сенсорики, индикаторы эмоциональных и акустических волн. Ничего себе оборудование. Почти все модифицировано. Заводские только корпуса. Сама улучшаешь? А ты как думаешь? Это же транслятор мимики Фуюцуки, да? У этой серии вроде были проблемы с матрицей. Так-то да, но в другие модели не вставишь дополнительные скан-модули. А матрица меняется на раз-два. Ладно, ладно. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровато, конечно, но сойдет. Самое главное, чтобы Ви мог туда попасть. Ну да, откалибруем под него. Ну, нам с Чпок-стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь уж справлюсь. Ну, тогда чего? Запускаем Ви? Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готов? Уже бывал в сыром Брейне? В смысле сырой? Он чем-то отличается от готовых? Готовые, если они качественные, передают тебе эмоции и ощущения, которые ты вряд ли когда-нибудь испытаешь самостоятельно. Это массовый продукт. Там все заскриптовано, закодировано, тихо и мирно. А сырые? Там как в виртуальной реальности. Можно ходить, все рассматривать. Монтажеры разделяют их на слои, отлавливают там яркие эмоции и из них создают брейн-данс на продажу. Ну? Садись, располагайся и приступим. Сначала создам твой сенсорный профиль. Что?
Какой еще профиль? Модель твоих эмоциональных откликов и ощущений. Надо подогнать ее, чтобы ты там не офигел. Иначе после подключения тебя в лучшем случае будет тошнить, как в низкопробных записях. А в худшем? А в худшем твои синапсы поджарятся, как на гриле. Но мы до этого доводить не будем. Окей, поехали. Надеюсь, больно не будет. Не, не в этот раз. Так, сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалывать. Угу. Окей. Теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как будто ты окулист. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну все. Готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так, что бы тебе тут? А нельзя его закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Это будет быстро. Погружение через 3, 2, 1. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем Брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь. Все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Всем лежать! На землю! Целуем пол! Живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише! Я... Давай! Сейчас голову тебе нахуй отстрелю! Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только, чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим запись Эвы? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Короче, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно. Ладно. Сейчас подключу тебак и можем начинать. Воу-воу-воу, кого? Раннера из моей команды. Она спец по безопасности, будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то, проблема. Нет, мы так не договаривались. Эвелин, без тебак я тут много не сделаю. Джуди, пожалуйста. Эва, он хочет запустить Раннера. Ты что, не понимаешь, куда мы можем влипнуть? Кто гарантирует, что он просто подключится к записи? Я. Я тебе гарантирую. Ага, конечно. Помоги последний раз. Я тебе обещаю, все сложится. Все будет нормально. Окей. Звоните Бак и погружаемся. Привет, Вер, что такое? Бак, слушай. У меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейн Данс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Да неважно. Не обращай внимания. Мне нужна помощь. Надо понять, куда смотреть на записи. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть. Захожу.
Сейчас отправлю запрос. Получил? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юринобу держит чип. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. У сигнализации новая прошивка. Но птички на бордах начирикали, что она дырявая, как решето. Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Судя по виду, ты просто место для Емли. Я угадал. Сказал, нет. Начни не трогать тобой. Я закончу. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, мой как опасно... отец – замученный безыдейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура – безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя пренебрегать. Ясно. Хватит. Слышал? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Убью. Значит, пойми за правду дело. Простите, располагайся, брат. Я закончу через минуту. Деспот, который потерял связь с реальностью. Может, в мире, который уже не понимает.
В определенных условиях. Этим нельзя. Хватит. Спасибо. Вот. Полли. Автоматические турели. Последняя модель сканеров. Все системы подключены к серверу. Отключи их. Снаружи? Без шансов. Надо сначала проверить, как они подключены к системе. Угу. Все их системы безопасности подключены к подсети отеля. Будет нужен болт, иначе систему не отключить. А без него никак? Не, по крайней мере, других идей у меня нет. В прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке, в спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди, найду что-нибудь подходящее. Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметил. Не забудь об этой пушке во время налета. О! Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да, иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где Юринобу держит биочип. Обычный холодильник. Температура не совпадает с указанной. Тут мы ничего не найдем. Может объяснить, мой как отец. Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит, Юринобу точно держит кейс тут. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай, редактор.
Нашел, что хотел? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки брейн-дансов. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас, и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Нам нужен был этот брейн-данс, Джуди. Он практически сделал все за нас. Чувствую, этот брейн-данс нас угробит. Я серьезно. Если Арасака узнает про эту запись, вам конец. Мне конец. Джуди, перестань. Никто ничего не узнает. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Конечно. Давай поговорим через минуту. Все, пойдем. Ну, что думаешь? Так, и что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Я знаю. Поэтому все должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать, что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Я думаю. Угу. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти. Мне еще надо сказать пару слов Джуди. Как дела на фронтах, мистер Ви? Эта запись Эвелин из Кампеки стоила потраченного времени. Неплохо. Тибак мне уже звонила. Она разбирает материал. А что с болтом? Пока ничего. Сейчас займусь. Тибак говорит, что без него у вас нет шансов. За работу, мистер Ви. Сидим, значит, вчера в баре. 4 утра. Она мне рассказывает про банк, бла-бла-бла. Я пытаюсь как-то вклиниться, потому что мне нужно, чтобы она меня подменила днем. Потому что мне еще мелко. Молли, слушай, можешь помочь? Клиент тебя нагрел. Ты смотри, какое миленькое личико.